Ты кто? Робот! Я робот! Я сбежал из плена! Не переживай, я о нем позаботился. Чем же все закончится? Ты хоть скажи, что ты и так уже тройные алименты платишь. Привет, с вами Декарт. Сегодня посмотрим новые серии «Глупого парня», а также последний выпуск «Мамы киллер». Это реакция на крутого папу, ставьте лайк и погнали. Глупый парень выживал на чужой планете. Где бы воду мне найти? Где же я? Куда идти? Ща найдешь. Съедобно. Блин, в ловушку угодил. Ты всегда разбираешься, ну дурак, а. Его за ноги ну, там утащил. Просто, ну там просто в петле отпустите! Сыр. В петле сыр лежит, ну ты дурак, что Саша. Это за поселение? Переводчик, чтобы местных понимал. Раньше в городе мы жили, да, они все вроде так не тужили. Разговаривали. Роботы восстали, нас из города прогнали. Слушайте. Жесть! Вот это у них пошла тут драма, слушайте. Какой эпический сюжет наклевывается. Солнце о, все ближе к планете. Стоит невиданная не понял. Жара. Это же персонажи «Мамы киллер». Как это так? Фу, это разве жара? Вот помню на войне. Чё ты помнишь? Рядом с нами упала ядерная бомба. Ты чё тут забыл, старый? Было немного душно. Не, я вам объясню, почему это не... Зато штуки получились вкусные. Этого не может быть. Чё тебе там получилось вкусным? Погодите. Обратите внимание вот на этот кадр. «Мама киллер» — это фильм внутри вселенной «Глупого парня». Что они делают во вселенной «Глупого парня», если вы часть фильма? Зато шашлыки получились вкусные. Поехали, шестая серия. Глупый парень в поселении быстренько прижился. С инопланетянами хорошо сдружился. Только в новом климате... Ой. Бедняга приболел. Что-то не очень, да? Особенный цветок. Парень вмиг поздоровел. Ух, ничего себе. Спасибо. Какой бодренький стал. Ну давай, погнали. Научу тебя всему. Сможешь добывать еду. Помоги проникнуть в город. Я ракету выкрадну. Мне капец, надо домой. Там остался батя ой, мой. Ой, бедолага. Мы пытались много раз. Роботы сильнее нас. Блин, там отец болеет. Вообще, беда. Что делать теперь? Точно. Замаскируюсь под робота и проникну в город. Ну-ка давай. Будь осторожен. В принципе, я думаю, что тебя примут за своего. У тебя, мне кажется, мозгов как у жестянки. Нормально, ты проканаешь, да. Ой. Ты кто? Робот. Я робот. Я сбежал из плена. Не переживай. Я о нем позаботился. Чем же все закончится? Ты хоть скажи, что ты и так уже тройные алименты платишь. Ты не забудь ей сказать, ну будь ты честным роботом. Нет, опять, нет. Да, глупый парень, да. Ждем с нетерпением следующей серии. Ну и «Мама киллер». Давай, давай, давай. В ночи с винтовкой да. Рыщет кормить. Как давно этого не было, боже. А это великая мелодия. Для своих детей. Ты думал спрятаться. Она найдет. Ты даже глупому парню в шоу придет. На-на-на-на-на-на-на. Мама киллер. Ее работа большой секрет. Какая хитрожопая мама киллер. Видели, как улыбается? Прячет, прячет, прячет секреты в подвале, а? Секреты в подвале прячет. Да, итак, поехали. Джон Сина и... Коннор в отличной форме. Коннор Макгрегор, да? Вообще, на фотке вроде был Джон Сина. А может и Коннор Макгрегор. Я, может, путаю. Не знаю. Офигеть! О, вот так вот, все. Надавал. А, есть идея! Буду бойцом без правила! Разбогатею! Да разве это бойцы? Вот было время, во время войны мы там боролись так, что я переборол всех одной левой вообще. Вот помню на войне. Десятерых переборол сразу. Я регулярно дрался в солдатских боях на выживание. Я же правильно понимаю, что он никогда не был ни на какой войне вообще, в принципе. Развлекались в свободное от войны время. Мне кажется, он с молодости сидел и сочинял истории, вот чем занимался. Однажды в разгар моего боя... Против рядового Райна капрал Джек забросил гранату прямо. Ты сейчас надо будет спасти рядового Райна, да, я так понимаю? Блин. От тебя, альфа-самца. Ух ты. Было охренеть как весело. Очень смешно, не могу. Затем рядовой Райн выхватил нож и побежал на меня в атаку. Ага. Но мой коронный прием яйца в смятку застал его врасплох. Он такой прием, кого хочешь, застанет. Затем я его отбросил врасплох. Прямо на электрическую проволоку. Ясно. Вот это были бои так бои. Как же ему больно! Тыщ, тыщ, тыщ.
Ой. Все, он сдался. Кошмар. Бой окончен. Судья нормально такой влетел. Блестящая победа Конора Макгрегора. Довольный. Это, наверное, он все-таки на прививке, а да? А вот и его любимое мороженое. Чемпион. Ну, заслужил. Кстати, Джо Роган. Джо Роган занимается комментированием боев, серьезно? Мороженое Конор ежемесячно тратит сотни тысяч рабаксов. Ого. Сколько, сколько? А, продавцом мороженого буду, специального. Мороженое Конор, да? Да, я понял. Идея. Идея для бизнеса. Для бизнеса, ну конечно. Разбогатею на продаже мороженого. Так, женушка, ты не хочешь уже пойти... Когда тебе уже твоего мушенька закажут с его идеями? Слушай, я все жду этот поворот. Мне кажется, он должен произойти. Кого-нибудь он задолбает, вот реально. Ага, понятно. Короче, любая знаменитость, которая попадает в эту вселенную, должна вот быть уничтожена. Таким же крутым. Есть о, один вайлик. Эмином. Какой? Я знаю, где находится подпольный бойцовский клуб. Да вы что? Да ты гонишь. О, Фредди. Зуб даю. Ходи, ходи. Значит, надо вступить туда. Да не надо. Давно пора. Оно тебе надо. Че? Свет люди занимаются фигней какой-то. Так, окей, все, едем. Мама, мама старый, едет. Следит. Смотри, что я купил. Настоящий фургон мороженщика. Ни разу не подозрительный мужик в фургоне мороженщика, да. Который будет подъезжать к детям, да. Откуда у тебя деньги? Взял у Лары. Ну так, она естественно. Естественно. Ну не совсем. Я ей потом верну. Ну она всегда в курсе. Она же уже привыкла, что я уже 17 серий беру у нее деньги. Наверное, и в этот раз догадается, кто взял, да. Угу. Спортзал. Скажи вот, дорогая моя, ты уверена, что тебе надо заниматься тем, чем ты занимаешься, ради того, чтобы муженек все твои деньги потом тратил на свои говноидеи? Вот. Все, сейчас защитят. Парня защищают. Так. Ничего себе. Чётенько. Вот кому надо на ринге-то там, по-моему, выступать, а не этому чуваку, нет? Эти-то покруче ребята будут. Mm-hmm. С такой охраной его не замочили. Да это точно. Очень внезапно Борис Грачевский ворвался на пост ведущего этой анимации. Или что ж это за... Пара-пара-па в журнале Ералаш. Что это происходит? Дружище, так. Попробуй мороженку, ультра-чемпион. Это сосед твой? А, из чего он там ее сделал, интересно? Ужасная, наверное, да, на вкус? Как вкусно! Опа, нормально. Смотри, работает. Конор, купи все мороженое, это которое... Это же Конор Макгрегор! А, так. Босс хочет попробовать морожку ультра-чемпион. Так. Боссу очень понравилось. Он предлагает тебе контракт. Что ж пойдет на эксклюзивные поставки мороженого. Типа все мои морожки только ему одному. Ага. Совершенно верно. Неплохо. Вот тебе аванс 10 тысяч рабаксов. У него получилось? У него что-то получилось! Поплатируем! Леди и джентльмены, этот момент настал, господи! Он должен сейчас стоять, как на церемонии Оскара с этим мешочком. Я благодарю маму, я благодарю папу, я благодарю свою жену, Господа Бога. И деньги, которые я украл у жены, тоже благодарю. Он все прям должен вот это сейчас проговаривать. Боже, какой великий момент. Вот. Что же пойдет не так? А что-то же пойдет, наверное. Отлично! Мы заедем за морожками перед боем. Так. А, я понял, что наконец-то попёр мой бизнес! Наконец-то, да. Только проблема в том, что мороженое ты, наверное, сделать не сможешь. А вообще он умрет. Точно, его же мама-киллер сейчас прибьет. Вот и все твои контракты. Вот что пойдет не так. Я вспомнил, конечно же. Я вспомнил, ребят. Мне морожку, ультра-чемпион! А не дам, не дам.
Все. Пошел вон! Да, сейчас это он будет для... распугивать всех клиентов, а в итоге потом его единственный клиент помрет. Конора! Джерри, что тут происходит? Так. Я теперь личный мороженщик Конора Макгрегора. Это ненадолго. Он заедет за морожками перед боем. Хочешь, сделаем с ним селфи? Джерри, пустишь меня? Конечно, заходи. Это морозилка с мороженым. Почему бы не разрушить своему мужу единственный бизнес, который у него попер за 17 серий, да? Снотворное. Ага. А здесь хранятся рожки. А это? Да-да, очень интересно. Я пошла. Просто бахнула, короче, кучу. К чего? Хамильяр? Кто такой хамильяр? Подождите. Я не знаю, может кто-то разбирается в боях, я не знаю такого человека. Вот этого слышал, да. Лара Смит тоже будет бороться, почему бы нет? Почему бы нет? Действительно, согласен, не, мороженка это вкусно, конечно, это вкусно. Да. Это вкусно, определенно. Так. Встречайте первого бойца! Встречайте! Макгрегор! Сонный паренек сейчас выйдет на сцену, я так понимаю. Мне кажется, бой пройдет не очень. У меня такое предчувствие, да. Вот рост довольный. Да. Без этого никак, да? Видел, старый! Моя морожка в телевизоре! На ринг приглашается вот это, конечно, его соперник. Бизнесмен. Лара Смит. Кто это? Сейчас. Ага. Сейчас она его уделает. Так, я чувствую. Да. Ну и дела. Это очень такое беспалевное убийство своей цели. Просто, ну, в прямом эфире произносят твою фамилию, как бы. Ну, нормально. Да. Джерри в шоке. За кого болеть, да? С одной стороны жена, с другой стороны работодатель. Прям не знаю. Начался! Поехали, давай! Ох, нормально, слушай. Пока мороженка не действует особо. Конор, как всегда, не подражая. Ну да. Лара Смит явно не в форме. 1, 2, 3. Лара Смит вообще не боец, в принципе, по большому счету. Удивительно, что она еще держится. Ну что, он подействует снотворное-то или нет? Должно же. Почему не действует снотворное? О, пошел процесс. Ну, наконец-то. Давай, один тычок ему, да? Происходит! Я не верю своим глазам! Да, Конор тоже не верит своим глазам, что они Почему ничего не видят. Почему он не сдается? Так. Прям вот так? Бой остановлен! Конор умер прямо на ринге! Прикольно, она прям на глазах у всего мира его это. Вообще нормально. Офигеть. Же мой эксклюзивный контракт. А все, дружище. Скажи спасибо своей женушке. Да. Ох, реально, у вас отношения будут классные в семье после этого. Вы кто такие? Подпольный клуб, да? Я вас не знаю. Мы хотим вступить в бойцовский клуб. Но игрались в приставку и решили стать крутыми? Да. Вообще, еще поиграть хотели, как бы, после этого клуба, что ты наигрались в приставку. Мы еще пойдем, у нас там еще GTA-шка, Bloodborne, как бы, есть чем заняться, что ты рассказываешь. Ладно, если одолеете малого, то вы с нами. Малого? Наверное, должны. Давайте мне сюда обоих. Малой, дайте мне сюда, вы! Готов драться один против двоих. Ну-ка давай. Да как нифиг дело. Сейчас он их, короче, так, ну, наверное, это. Стреляем этой малявке. Сейчас посмотрим, что будет. Я чувствую, малой непрост, да?
Нормально прыжок. Он прыгнул в 5 раз выше собственного роста. Хорош. Так я так понимаю, просто самого крутого сразу дали им, да, и все. Он, наверное, там чемпион или что, я не знаю. Офигеть. Да. А вот и твой фуб. Но я-то не собрал коллекцию. Что? В общем, мораль такова. Не надо вступать в никакие подпольные клубы. Короче, переходите сюда, ребята. Если это видео понравилось, это тоже зайдет. Тоже моя реакция на крутого папу. Кликайте, не пожалеете. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.